Добрый день. Не так давно я вам показывал, как разместить рекламу на одной из уникальных компаний. Теперь давайте посмотрим результат. В Google набираем «Маркетинг Дом Ленд». Смотрим. 820 миллионов результатов. Первым стоит YouTube видеоролики. YouTube мы пропускаем. Теперь дальше. Маркетинг, дом, ленд. Экономия на счетах ЖКХ до 80%. А теперь обратите внимание. Дом, ленд, тире, ленд, точка, мегамания, точка, биз, косая черта, маркетинг, дом, ленд. Да? Я сделаю сейчас, открою ссылку в новом окне, чтобы было понятно, что это мой сайт. Видите? Моя фотография, мои контактные данные. Значит, сейчас сайт загружается. Здравствуйте, да. То есть, вот эта страничка, она находится на первой позиции. То есть, 820 миллионов запросов по... Ну, вернее, 820 миллионов ответов по результату маркетинг Дом Ленд. Давайте посмотрим в других поисковых системах. Возьмем такую поисковую систему, тоже популярную, DuckDuckGo. Набираем тот же запрос и теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. 8, дом-ленд, точка, мегамания, точка, биз. На восьмом месте находится мой сайт. В поисковой системе DuckDuckGo. Давайте проверим в другой поисковой системе. Допустим, поисковая система access.com. Я тоже набрал маркетинг Дом Ленд. Попутно заработал немножко внутренних единиц, которые поменяю на доллары. Смотрим. YouTube впереди. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот 11 местом, на 11 месте находится как раз мой сайт. Давайте узнаем, что же я сделал. Смотрим. Реклама. Вот моя реклама размещенная. На уникальном ротаторе от Access Corporation. Access Corporation. Это фактически конкурент того же Google, только здесь есть несколько видов рекламы. Несколько видов рекламы. Есть добавить сайт на платформу AdSites. Есть добавить баннерную рекламу, текстовую рекламу. Но в данном случае я рекламой воспользовался только AdSites. То есть я разместил свой сайт на всемирном ротаторе. Вот кликну на мою рекламу. Вот вы видите, размещенная реклама. Вот он мой домен, dom-lm.megamania.biz. Давайте покажу, что же здесь такое за циферки написано. То есть бюджет 200 тысяч iCredit. iCredit – это внутренняя валюта, которую мы тратим на рекламу. Эти iCredit мы за них не платим, мы их можем... Ну, только партнеры могут заработать путем несложных ежедневных действий. То есть в данном случае я потратил 200 тысяч кредитов, которые заработал на протяжении последних 4 лет в компании. Из этого количества iCredit'ов дневной лимит 40, то есть 40 iCredit'ов в день, и при ставке 1. Ставка – это как у Яндекса, там, как у Гугла, аукционный такой, аукционная ставочка есть. То есть, если бы была ставочка 2, тогда бы при дневном лимите 40 в день бы списывалось из 200 тысяч не 40 показов, а 80 показов. То есть, эта ставка, она как конкурирующая между аналогичными по тематике сайтами. А на сегодняшний день, как вы видите, 199 797 iCredit еще осталось. То есть, как здесь несложно убедиться, что iCredit начали списываться совсем недавно. Поэтому при маленьком количестве iCredit вот такой результат получился. То есть, было показано 111 раз. 10% это означает, что из дневного лимита, из 40 штук, только 10% было израсходовано. Если вас заинтересовало возможность рекламироваться, возможность продвинуть ваш сайт через
корпорацию Access, вы можете в любой момент обратиться ко мне, либо к моим партнерам, и мы вам поможем поставить сайт на рекламу, либо вы станете клиентом, либо вы станете партнером. Скажем, партнером быть более выгодно, чем клиентом. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!